В Доме культуры Российско-Армянского университета состоялся концерт традиционной индийской музыки, во время которого выступили известные музыканты. Среди них был армяно-австралийский музыкант Питер Давидян, который ранее уже выступал в Институте востоковедения Российско-Армянского университета, показав свое мастерство игры на ситаре. Также в концерте принял участие греческий перкуссионист Орестес Мустидис, являющийся одним из лучших игроков на табле. На вечере индийской музыки выступили и другие музыканты, исполнители и танцоры. В одном из самых запоминающихся выступлений сочетались мелодии музыкальных инструментов двух далеких культур – армянской и индийской, создавая уникальное звучание. В этом номере к Питеру Давидяну и Орестесу Мустидису присоединились армянские музыканты Ваган Ходжоян, Авак Маркарян и Степан Таргивандян. Организатором мероприятия выступил Институт востоковедения Российско-Армянского университета. Профессор Виктория Аракелова отметила, что подобные события способствуют расширению культурных горизонтов и привлекают внимание к музыкальным традициям различных народов. Мы воспользовались шансом того, что в Армении сейчас прибывают два совершенно потрясающих музыканта. Это Питер Давидян из Австралии, он играет на ситаре, и его коллега Орестес Мустидис, который играет на табле, греческий музыкант, совершенно выдающийся музыкант, ученик легендарного таблиста Закира Хусейна, которого знает, я думаю, весь мир, представлять его не надо. Это, можно сказать, часть нашей культурной программы, не просто познакомить и приблизить нашу публику к замечательной музыке, традиционной музыке Индии, как-то, может быть, позволить нашим студентам и гостям приобщиться к тому, к чему, в общем-то, шанса приобщиться вне Индии нет, потому что мы все слушаем ситар, таблу в Ютубе, на каких-то концертах, но вот живые звуки этих музыкальных инструментов, они не всегда доступны любителю и слушателю, это редкий шанс. Именно поэтому мы очень хотели, чтобы как можно больше людей услышали наших замечательных музыкантов. Питер Давидян не первый раз выступает у нас, он уже был гостем Института востоковедения РАУ и дал концерт в связи с Дивали несколько лет назад, и сейчас, приехав в Армению, он с радостью согласился сделать это еще раз. Особенно подчеркнул, что делает это для всех, но в первую очередь для арцахцев, которые сейчас, как никто, может быть, нуждаются вот в поддержке такой духовной, в прекрасном, в замечательной музыке. Я надеюсь, это мероприятие также послужит и тому, что появится еще больше интерес к индологии, как области востоковедения, которая у нас представлена. Я надеюсь, что у нас будет больше студентов этого направления. Мы эти мероприятия, в общем-то, фокусируем и на такой задаче, чтобы привлечь к индологии как можно больше студентов. Концерт не только принес удовольствие слушателям, но и способствовал популяризации традиционной индийской музыки. Полную версию концерта вы сможете посмотреть на YouTube-канале телестудии РАУ. Лаура Авагян специально для РАУ ТВ.